Hey, yo, guys, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Darksiders 2. Я, короче, выбрался с той херни. Сейчас расскажу как. Я просто полностью вышел с игры и перезашел. Как-то так. Город мертвых. Что ты можешь рассказать о городе мертвых? Я никогда не был внутри и не попаду туда, пока еще дышу. Это пристанище заблудших душ. Или было им до уничтожения человечества? Что изменилось? Когда-то эхо от криков мертвых в городе разносилось по степям. Но теперь город безмолвен. Осталось только эхо. Торговля. Выбирай, что любо твоему сердцу. Не, челик, на этот раз я тебе буду продавать. Продам булаву. Да, мне это пригодится. Я знаю. 13 тысяч. Это вообще дешевка. Хорошая цена. Принять, принять. Отсюда несколько продам. Ботиночки зеленые. Да, мне это пригодится. Ага, это ж жертвенный талисман неизвестного происхождения. Волшебника. Хорошая цена. Талисман остроты можно продать. И давайте еще этот продам. По броне у нас что тут? Эту продам. Тебя, тебя. Да, мне это пригодится. Капюшончик продам. Тык, тык, тык. Просто освобождаю место в инвентаре. Так, и по косам давайте. Это ж не те, да, что на мне одеты, по сути? Косы разряда, пускай остаются. Жуткие косы. В принципе, у них... А, клыки хаоса продам. Да, мне это пригодится. Такие цены тут, конечно. Ладно, давайте вот это продам и все. Как раз 200 тысяч. Ладно, не буду хилку тратить. Давайте вот что мы с вами сделаем, ребята, в нашей сегодняшней серии. Мы отправимся в лабиринт судьбы душ. Еще сюда нужно сбегать будет. Но сначала мы отправимся к древу. Пойдем в кузнечный мир. Кузнечное измерение. Туда сходим к нашему вот этому челику, который нам говорил про всякие там задания. Шустренько, шустренько. Сдадим он, скорее всего, что-то может и даст. После можно еще будет что-то посмотреть у торговки, которая нам оружием торговала. Ну, скорее всего, это то же самое, что у этого находится. Так. Наставник, поехали. В принципе, у меня уже способность есть, да по ходу полета здесь не будет у меня. Как в первой части. Хотя, почему у смерти нету крыльев? Так, наставник. Эхидна. Эхидна больше не причинит. Встретил свой конец. О, мне жаль, что я не видел, как она мучилась. Немногие могут пройти сквозь тьму и выйти сухими из воды. Я нашел Аргула. Когда-то он был королем мертвых.
Надеюсь, ты не забыл поклониться перед тем, как убить его. Однако еще найдутся существа, которые не слабее тебя. Например? Все? Так, окей, дальше. Дальше. Погнали к хранительнице. Купим хилку, отхилюсь на раз. Угу, все готово. У меня есть для тебя новые талисманы. Ну, это такое, блин, ну меня пока что мой устраивает. Не стану тебя отягощать, всадник. И не нужно. Так, сундуки. Ага, все, нам теперь показаны все места сундуков. Хорошо. Давайте, я думаю, сюда тогда отправимся. К этому схожу по Адам вот эти херёшки, которые ему, скорее всего, нужны или не нужны. Как я понял, их можно продать. Книжку нужно продать. Если, может, она дается. Давай. Как раз мы здесь сейчас и сундук возьмем. Могу предложить кое-что новое, если у тебя есть деньги. Денежки. Давайте я, знаете, что сделаю? Обнулитель, вы уверены, что хотите купить этот предмет? При помощи черной магии Вольга может стереть все развитые умения. Этот предмет позволяет очистить древо умений и заново распределить умения очков. Я думаю, это полезная вещь, потому что, блин, мне нужно все-таки дособирать, и я куплю еще себе универсальный ларец. По предметам, предметы. И где он? Или он автоматически у меня там? Так, тогда способности. А, то есть у меня сразу стер все. Молодец. Все, мне, в принципе, больше здесь ничего такого не нужно. Потом только этот куплю и все. Этим я все равно не пользуюсь, то зачем оно мне нужно? Здесь тоже навряд ли что-то полезное будет. Окей. Мне нужно на ту сторону. Мне придется идти одному. Нормально. Сейчас мы быстро залезем, все сделаем и отправимся в город мертвых. Так, спуск вниз. Где этот проход? Кажись, я немножечко не туда, да, прыгнул. Фак. О, может, тут есть, пойдем. О, черт. А где тогда этот сраный подъем? Чтобы мы уже сюда больше никогда не возвращались. Я хочу сразу все сделать. А потом я уже соло похожу, пособираю вот эти всякие кристальчики. Что такое? Если доп-миссию... А, еще тоже задание с живым камнем.
если я не ошибаюсь. Ладно, пойдем в эту сторону. Ничего, значит, мне только путь вниз. Ладно, сделаем так. Не дает оно мне что-нибудь. Что-либо. У меня еще портала нету. Все, можно тогда сюда убегать. Убегать. А, посрать. Или нет? Да ладно, пошлите отсюда. Ладно, 11 минут уже прошло. Не вижу времени тогда. Давайте типа побегушки устроим, как обычно. Просто я так не достану. Пойдем заберем эти, получается, 3 сундука. Но эти противники уже должны, по сути, ваншотиться. Не место для лошади. Бац. А, то есть они у меня автоматически, да, появляются теперь? Если что, когда меня вот залагало, я одного грохнул. Ты ж махина. Всё. С этим покончено. Нужно еще туда будет отправиться, только я не знаю... С помощью чего? Блин, я бы спрыгнул. А, спрыгну на обратном пути. Просто удар мечом, я его стоплю и добиваю арматурой своей. Так. Ну, теперь мы можем забрать. Только где тогда у нас этот выходит? Со стороны где-то? Ладно, попытаемся этот сундук забрать. Как мне вообще нужно было туда попасть? А серьезно, как мне туда попасть? Неужели у меня все-таки должен быть двойной прыжок? Ребят, подойдите ближе. Я захвачусь хотя бы за одного. Раны.
Ладно. Сделаем тогда по-быстрому. Сука. Давай шустрее. Да ну блин, а! Жопа горит. Горит. Горит, горит, горит. А как мне тогда туда попасть? Там подъема нигде нету. В этом вот и фигня. И там, где проход, я не знаю. Туда, по сути, никак не попасть. Сука! Побегушки-хуюшки. Сундук находится там. Но я не могу туда попасть. А, вот так, да? Круто. Может, тут подъем был? Охренеть. Тут все время был подъем. Ну, прикольно, что сказать. 12 уровня. Я вижу тут только один способ туда попасть. Это только через... входной. Только через входную. Только через входную. Вот здесь можно, в принципе, спрыгнуть. Там же чисто проход, да? Вот. Еще так можно попасть сюда. Так, окей. Где у нас еще что было? Мне нужно... Ну, это такое. А хотя нет. А, соберите первую книгу. То есть я не могу сразу, да, вернуть? И мне реликвии нужно искать. Бескровленные. Так. Камень мне нужен теперь. Безмолвный камень. Сундук находится там же. Поехали. К сундуку хорошему пойдемте. Заберем его, может что-то дадут. А, то есть это... Я понял. Я вас понял. Сейчас тогда быстренько все сделаем. А сверху он быстрее типа плывет. Я также. А сюда. Здесь эта херня, которую я не пойму, как открыть. А камень мне нужен
Вот мне все камешки, да, нужно собрать ведь. Действие. А не. Кто потревожил мой сон? Существо из плоти в кузнечных землях. Ты не похож ни на ангела, ни на демона. Когда я проснулся в прошлый раз, они были детьми Создателя. Но ты... Я не узнаю тебя. Сколько ты спал? Сколько? Я не знаю. Но кажется, я пока что только наполовину пришел в свое нормальное состояние. Когда конструкты спят, камни странствуют. Может, ты найдешь мою капризную половину и вернешь ее мне. И как я это сделаю? Возьми это. Это кусочек меня. Он разбудит древний камень и напомнит ему о жизни. Твое имя? Как мне к тебе обращаться? Ворон, так меня звали во плоти, но у камня нет имени. Осколок каменного сердца Орона. Пропавший хранитель Орон отдал вам свое сердце. С его помощью вы можете вдохнуть в жизнь его так разбавленное тело и вновь сделать его целым. Так, а вот это вот интересно. Сохранить. Тихо. Это не способности. Тогда это инвентарь, да? Да. По миссиям мне добавили это. Найдите первую руку. То есть это ищи сам, да, как говорится. Так, единственное, что я могу сейчас проверить, это заюзать на ту печати. Так, опы дали. Нет. Нет, это не оно. Жаль. Что-то упал. Почему ты упал вообще? А бомб у меня нету, да? Может, я могу странствовать в виде духа? Как вариант, а ну-ка. Нет. Ну тогда. В принципе, все. Что я хотел здесь сделать, да? А. Ладно, отправляемся в город мертвых. Потом сюда уже вернемся, когда получим последнюю способность. Вот этими вот печатями странными. Большими синими печатями. Найти руки, ноги этого чувачка нужно будет еще. Если вдруг что, я могу, в принципе, загуглить и поискать их там. Гуглим. Зелье здоровья можно найти в сундуках на телах убитых врагов, в осколках вещей или у торговцев. Из убитых... Подождите, из убитых только из самых редких врагов падало. У нас плюс там еще один. А, так это у нас остров мертвых. Ясно. И ангелов у нас получается с другой стороны, да? Всего у нас получается два портала. Так, посмотреть. Так, древо жизни, это древо смерти. Там были, вечный трон были. Тогда мы телепортируемся сюда.
Да. И лабиринт, где душ побежали. В лабиринте мы еще не были. Пускай там телепортация, все такое, туда-сюда. И в принципе у нас будет 20 меньше. И еще нужно сюда будет сбегать, не забыть. Блин, а че я тупанул? Ладно. У меня тут тоже быстро нет. Давайте я лучше сделаю так. А, все, быстрое перемещение нельзя. Нельзя быстрое перемещение юзать. Мне придется идти. Нет, мы поедем. Побежали, побежали. Непонятное место. Бежим тогда дальше. Лабиринтик. Так, 17. Ага. Я нашел, откуда начинать. Я вижу осколочек. Так. Меняем позиции, пойди фонарей, да? Теперь я могу с той стороны залезть. Раз, два, три. Рычажок. Ух. Одержимое орудие. Блин, дайте мне лучше одержимое какой-то броню, чтобы я мог броню лучше одеть. Еще одна большая локация или одна логическая локация? Лабиринт судьбы душ. Вот так, да, значит. О, таинственный этот. Так, лабиринт судьбы душ. Содержание. Правила лабиринта судьбы душ. Впереди лежит лабиринт судьбы душ, тащие ровно мучений и сокровища. В лабиринте 10 уровней, которые нужно обыскать за каждым... Так, поворотом притаился жуткий создание. Подготовьтесь, прежде чем войти. Так, лестницы это хорошо. Они ведут глубже к центру лабиринта. Судья душ ждет. Только его смерть дарует вам награду. Внимание, для вошедшего сюда есть только два выхода: смерть или победа. Давайте. Принять. А почему я не могу начать? О, могу. Ну, поехали. Судья душ. Сыграем несколько раз, только у меня хилок нету. Ну ладно.
Типа первый готов, да? Нет, они дальше влазят. А, хилки меня восстановили. Готово. Тихо. Главное не впитывать. Ага, и то есть у меня идет на выбор, да, куда идти? N. Телепорт из подземелья. Откуда? Подземелье. S, W, давайте на север. На... А, это юг. S это юг. Ну. Бац. О, разнос, просто разнос. Ой. Спину херячат они. Все. Давайте на север. В скобочках юг. Я что, в одно и то же место прихожу? Смотрю на это все. И кажется, что я по кругу хожу. Тихо. Ладно, давайте вниз пойдем. Ну это из... Чтоб из подземелья выйти. Ладно. Пойдем сюда. На запад. Что-то они немного не меняются. А не, их до хера стало. И все больше и больше становится. Короче, мне нужно правильную дорогу, да, найти? Или что? Слушайте, может вот те буковки, помните, которые мы находили в свитке, это оно и есть. Типа, чтобы не заблудиться в лабиринте, помните, было? Если оно так и есть. А ну-ка. Инвентарь, предметы.
Статистика. Подробнее. Уровень первый, вот. Север-запад. Давайте тогда я заново начну. 5. Теперь все ясненько. Она, у меня все они хотя бы есть. Первый. Тайник. Тайник. Тайник, тайник. А, у меня только 5 есть, видите? Ну, давайте, ладно. Уровень тайник. Север, юг, да? А, хилки у меня и не восстановились. Так, поехали. Предметы подробнее. Юг-запад, юг-восток. Так, значит, юг. Ох. Сильная атака, быстрая. Так. Вау, 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 вау. Да, тут в принципе быстро могло сработать, но у нас дальше тут все выносится очень быстро. Так, юг, восток. Юг, восток. Так, запад. Юг, юг, юг. Восток. Здесь должен быть сундук. Тайник, да? О, да. Нихера себе. Это невозможно. Так, инвентарь, броня. 80, 62, 15. Так, защита на 20 больше. Сопротивления нету. Сила побольше будет. Плюс опыта дается. Пускай будет.
Мне типа возвращать самое начало, да? Но нет. Как узнать, на каком я сейчас уровне? Или это я чисто ради этого ушел? Ай-яй-яй-яй, пинает, пинает. По спинке ж. Чухает они мне спинку. Все. Так, значит, юг. Это чтобы завершить уровень. Я же правильно поступил? Мне аж на юг нужно было идти. Север-запад, сука. Но они нападают. Вам. Готово. Хотя пускай они, короче, ко мне все подойдут. Капец, они разваливаются. Я забыл с этими драками. Чтобы выиграть, мне нужно север-запад. Так, нет, сначала север. И закончим серию. Так, дальше, дальше, дальше. Короче, да, го, я буду собирать толпу. Я не собрал. Ладно, и так сойдет. Черт. Еще толпа. Хилиться я не буду.
Вау, чё вы встали? У вас было хп на одну тычку. Ну. Запад. Вот это плохо порталы сделаны. Что за фигня? Почему она не пишет сразу вход? Так, готово. А, то есть, и теперь я вот спускаюсь на следующий, да, этаж. Килку дали. Я не могу. Это, знаете, типа на выживалку просто херячим, да и все. Так, опасения. Тоже скелеты. Да, тоже скелеты. Походу здесь одни скелеты у нас. О, промазал. Главное, впритык хотя ударил. Готово. А, то есть тут такая волна. Не, давайте я, короче, отправлюсь обратно. В принципе, мы посмотрели, что здесь. Я не уверен, что здесь что-то именно годное будет. Просто как арена. Она что-то сохраняется, да? Завершено и тайник. В принципе, да. И мы можем со второй сразу и начинать. Ну, а давайте тогда, я думаю, на этом закончим. В следующей серии мы отправимся в город мертвых. И, по идее, мы уже должны отправиться в следующее странствие. Потом Горнило можно будет сходить, посмотреть, что там. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.